привет, друзья! Вы на моем канале «Товар из Китая». Сегодня у нас на обзоре новая Bluetooth-колонка M&J. Как и обещал, сегодня обзор этой колонки. Поехали! Колонка пришла мне с магазина AliExpress в такой яркой коробке. Сразу здесь отмечу характеристики, что она музыкальная колонка, 1200 мАч батарея, рассчитана на 6 часов проигрывания. Также Splash Proof, это водонепроницаемая колонка. Ну, не знаю, насколько это так, не проверял еще. Значит, здесь Output Power 5 Ватт, умноженное на 2, то есть в сумме 10 Ватт выходная мощность. Ну и вот характеристики: 236 на 85 на 92 миллиметра. Да, китайцы полностью скопировали с колонки JBL. Очень похоже на колонку JBL. Ну давайте смотреть, какой комплект поставки нам приходит в коробке. Значит, кабель синхронизации или зарядки USB, microUSB. Сама колонка, ну и ремешок оранжевого цвета, приходит ремешок. И вот сама красивая колонка вместо JBL M&J, китайская копия. Такие вот колонки у нас, прорезиненные кнопки. Сама колонка выполнена из такого матового soft-touch пластика. Значит, вход под AUX, USB флешка, CF карта и гнездо зарядки microUSB, ну и кнопочка включения-выключения. Здесь такая подставка, матовая подставочка, чтобы она не ерзала. Давайте мы сразу оденем этот ремешок красивый. Очень сочетается оранжевое с черным. Мне очень нравится такое сочетание цветов, поэтому я и заказал такого цвета. Ну что, произведем включение. Кнопка включения. Вот так эта колонка включается. Раздался такой звук. К сожалению, я не могу показать вам на смартфоне, как она коннектится. Вот посмотрите скриншот. Видим, что она обозначается как Charge 13. Ну а все-таки от флешки, от USB, microUSB, я вам покажу, как эта колонка работает. Ну, сначала проверим порт microUSB. OTG флешка, ну, к сожалению, он ее не видит. Колонка не видит разъем OTG или microUSB. А теперь давайте попробуем USB флешку. Ставим в порт USB. О, увидела. Сделаем немножечко тише, а так громче. Следующий трек. Кнопка пауза и пуск, это перелистывание трека плюс-минус, а долгое нажатие — это громкость больше или меньше. Эта кнопка переключает режимы радио или MP3. Мы выключили, включаем радио. К сожалению, здесь в сельской местности радио не ловит. Я всячески пробовал, но ничего не смог поймать. Thank you.
хорошие басы ощущаются. Да, колонка, конечно, очень громкая. Хорошая копия JBL. Под видео будет ссылка, где покупал эту колонку. Кстати, сейчас она на AliExpress стоит $22 с копейками. Если вам было интересно это видео, ставьте лайки, поддержите канал «Товары с Китая», подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересных обзоров и распаковок. Всем пока!